Я вспомнил в последнюю минуту, лихорадочно нашел фотографию 17-го года. Обратите внимание, я хочу, чтобы вы поняли, у меня как получилось. У меня сейчас 1030-40 кусок до сих пор лежит прошлогодний, да. Вот. Я в свое время был в такой же ситуации, но у меня получилось как? Один урожай большой, там 16-й год, а 17-й слабый. А врать не приучен. И мне говорят, ты промолчал бы все подряд. А я нет, я великий, как большой-большой такой экспериментатор. В чем она заключалась? У меня появилась возможность раз навсегда установить схожесть косточек, которая свежая, в сравнении с прошлогодними. Смотрите внимательно. Я недавно сам вспомнил, копался. Амур Сеянцевый, ну и так далее. Это 17-й год. Почему? Потому что 16-й год помечен, смотрите. Жердяй 16-й, сын Маньчжурской скороплодной 16-й, то есть, а продавал, кто помнит, не просто продавал, а цену не сбавлял. Это сейчас у меня эти прошлогодние 20% скидка, а тогда нет. И у меня брали и такие, а потому что, знаете почему, эти кончились свежие. Я перешел на прошлогодние, и честно, вспоминайте, друзья, говорю, прошлогодние, прошлогодние. Вот. Значит, а потом пошли через год отзывы. А я с ужасом ждал. Конечно, я мог бы и деньги вернуть, конечно, я мог бы и сказать, я еще раз вышел. Сравнительный анализ. Прошлогодние взошли примерно одинаково. То есть и тот год чека 2-3, пожалуйста, ни одна не взошла, а у остальных в разной степени. Из 10 2, из 10 10, из 10 5. Не вру, у всех разные результаты получились. Вот. Но не хуже. А если брать в целом, схожесть прошлогодних оказалась даже несколько выше. А эксперимент-то был поставлен на 1000 косточек. То есть вот так вот я выхожу из положения. Ну и так как я уже сказал об этом, то еще раз, у меня есть теперь косточки свежие. И опять их меньше, чем это в том году. В этом году не урожай, а слезы. Я буду продавать свежие. Нормально, цена я не увеличивал, но не уменьшал. Та же цена, что все эти годы. И заказывайте, пока есть, потому что также они закончатся и появится возможность продавать залежалые, как их назовем. И в то же время их можете сейчас купить на 20% дешевле. То есть видите, как я хитро сделал. И у меня уже есть покупатели и такие, и такие. Кто-то только свежий, а кто-то экономит 20%, веря мне, что мои условия хранения ничуть не хуже, и они взойдут нормально. Вот это, если бы я случайно, вот когда листал, листал, не увидел 2016, я бы не вспомнил про этот случай. А так было. Свежее, прошлогоднее. Фух. Теперь, значит, только не удивляйтесь. Смотрите. Почему? Ну, придется это выкручиваться мне. Смотрите, вот это амуры, да. Ну, ладно, что они почему-то потеряли красную окраску. А что вы хотите? На манжурцах столько поколений. Ничего удивительного. А теперь смотрите сюда. Вот. Значит, почему эти фотографии нужны? Давайте я пока их не комментирую, да? Вот. Естественно, тут косточки огромные. Вот, я потом отдельно. Но их мало. Их таких будет. Господи, хорошо, если 200, 100, 200. Вот. А почему это надо? Потому что я, как сказать. Вот у меня еще. Сейчас поймете, ладно. Идем дальше. Так, кстати сказать, интересно было, когда нашлась женщина, которая меня высекла, почему я дешево продаю, ведь это же необычайная ценность. Друзья мои, вот я как бы ей отвечаю вам. Спасибо, конечно, что вы мне мордой, но как бы в хорошем смысле. Да не 100 рублей, да их можно по 200 продавать косточку. Вот, вы что это самое? Я говорю, а кто купит? Раз, да. А второе, а я понятия не имею. Когда вот это, с этого вот плодов. Это свеженькое все, когда это было? Да, Ага. спрятали. Когда, то есть не залежало. Когда с них получится саженцы, потом они начнут плодоносить, а плодоносить начнут, я вам покажу ниже кое-что. А плодоносить, куда они денутся? У них же морозостойкость сибирская. Они же на манжурцах, это же не шутки. Это же с привитого, да? Правда, это с привитого.
Вот. В этих говорят, какая будет, какие будут крупные, мелкие плоды, когда вырастут. Не знаю. Кто папа? Не знаю. Вот. Может, правда? Ну, дикими-то не будут. Ну, ладно. В общем, поняли. Дальше вы поймете, что. Как я могу продавать по 100 рублей? Я ответил на вопрос. Снова далеко.